Всем привет! И сегодня участвуем в пиццерии Фредди. И на то, что я не решила не монтировать, а решила сама создать персонажей и пойти в не очень настоящую пиццерию. И как видите, я уже в ней. Ну, не буду тягивать и поскорее начнем. Первая ночь. Я думаю, можно снять, потом будет соленой, но не знаю. Так, ну я пока почти... Ладно, мне вообще не страшно. Паника. А почему паникую? Ладно, потыкаю в камеры. Ладно, чтобы успокоиться, потыкаю в вентилятор. Он такой прикольный. Ладно, я посмотрю еще на камеры. Бонни сбежал! Быстрее, быстрее, где он? А! Что? А, это Бонни, быстрее. Что делать? Вроде... Раз, два, три. Я так и знала, что тут никого нет. Ладно, мне на самом деле пофиг. Так, посмотрю, что это такое. Чего с книгой? Ладно, пофиг. Ага. Что-то я уже хочу есть. Так. Картошка. Не хочу есть. Вот на диете лучше буду сидеть. Так, посмотрю-ка я, что у нас здесь прикольненького. Телек сам заработал! Надо его выключить. Это страшно. Так, ладно. Посмотрю по камерам. Куда курица сбежала? Боже мой, где это... Чика сбежала, где она? Так. Быстрее, закрываем все двери. Давай, раз. Открываю, раз, два, три. Быстрее, закрывай. Че, ушел? Не, ну нафиг. Закроюсь. Лучше откроюсь. Хотя нет, лучше закрыть. Да лучше открыть. Боже мой, как же страшно. Ладно, почеку камер. Так, пока все на месте. Слава богу, Фредди не сбежал. Фредди пока стоит. Мне показалось, что он подвигался. Наверное, показалось так. Кстати, я тут буду... Сейчас я здесь с 12 часов ночи до 6 часов утра. Это же просто мега супер классно. На самом деле, мне вообще не классно одной. Боже мой. Надо было лучше в настоящую пиццерию и... Мишка Фредди! Че ты, Мишка Фредди, такой, ладно, пофиг. Открывай же дверь. Пока никого нету. Так, сколько у нас процентов? У нас пока что процентов... 49 всего за полтора часа. Жалко, что я ничего с ним не делала. Ладно. Ничего страшного, пойдем в пиццерию. Я типа главный ужас. Пицца! А что там за комната дальше? Да не, ну нафиг. Там мне показалось какой-то фиолетовый медведь. Да! Лучше открою 29%. На самом деле я тут уже сижу 2 часа. Мне осталось, конечно, здесь видео идет очень мало. Но
делать уже намного больше. Разве вам интересно сидеть 2 часа? Как думаете? Наверное, нет. Поэтому я говорю, осталось еще 2 часа. И я вам пока расскажу, существует 2 типа людей. Первый — паникер. Что делать, что делать, что делать? И второй. Тун-тун-тун-тун. А мне вообще пофиг. Так, ладно. Потыкай лучше в телек. Нет, не в телек. Не в телек, лучше сюда. О, такой прикольный. Ладно, пофиг. Что это за звуки были? Так, закрываю дверь. Я думаю, что вентилятор не работает. У нас 0%. Ладно, посмотрю. Это фотки, Фрей. Это фотки на этой белой бумаге. Да ну нет, пошли в жопу. Я не буду этот ничего смотреть. Так. Все. Так, как там говорила Алена Нейли? Свэк, 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 свэк. А сколько петь песню «Свэк»? Блин, надо было на диктофоне. «Свэк», 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 «Свэк». Мне вообще пофиг. Так. Смотрите, какая маленькая комнатка. Прямо домашняя атмосфера. Ну, прямо домашняя атмосфера. Ну, вот скажите, чего здесь бояться? Вот. На самом деле, чего здесь бояться? Вот сами-то посудите. Чика сбежала! Да-да, это домашняя атмосфера. Подумаешь, дома у нас цыпленок, у нас тоже в деревне раньше был. Она слева или справа, не знаю. Я закрываю дверь. Быстрее. Как я могу закрыть, если... 0%! Так, чуть-чуть, быстрее. Смотри-ка, еда. Ра! Как я ее могла закрыть? 0%. Это Бонни. Что делать? Теперь, пожалуйста, закройся. Она открывается. Что делать? Я сейчас бы просто испугалась бы. Ладно. Тун-турун-ту-тун. А чё ко мне никто не идёт? А чё так светло стало? Пойду выйду. О, за окном солнце. Это круто! Ура! О, автомат. Да ну нафиг, я сваливаю. Всем пока, ставьте лайки и подписывайтесь, конечно же, на мой канал. И напишите, с кем бы вы хотели, чтобы я сняла в пиццерии Фредди идею. И что идея, она не моя. Зато... Ну, короче, все хорошо. Ладно, мне просто очень страшно. И я сваливаю! Дверь не закрывается, 0%. А как она заряжается? Мне пофиг. Обязательно что-то принесу. Ладно, свалю. Пойду покушаю.